Во-во-во, полетел. Только в того же самого не нужно стрелять-то, во. Полетел один копейщик. Ну, целься. Щит отлетел. А ты долго заряжаешь? Ну-ка, дай я сам посмотрю. Долго заряжаешь? Огонь! О, полетел. Снаряд полетел. Мы на диком западе. Хорош. О, теперь король. Бей его, король. О, размахом хорошенько. Ни черта не видно. Эти бородатые ребята суют свой нос куда попал. Эй, дикарей. Ребята, вы из какой эпохи? Томагавки. Полетел. Прям щит. Я о чем и говорил. Ребята, вот эти ребята реально... Ну, тут всего лишь один. Два ковбоя, один из них я. Давай, брат. Левый, правый мы расстреляем. Давай. Ты справа, я слева. Огонь! Oh, bad. Да ну нафиг! Главное четко стрелять. Огонь! О! Давайте, ребята, прям в кучу! В кучу делайте! Общее селфи! Огонь! Нормально, кегли. По ногам! Красиво взял, согласись, да? Как красиво переключить. Я застрял, пушка моя застрял! Нормально, стреляем еще. Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжаются наши боевые сражения в игре Dumps. Мы переносимся на ледовое побоище, и у нас есть кучка дикарей. Это у нас викинги. Ну, какая харя, смотри. Никто вас не боится, ноги не трясутся, у всех головки все в порядке, да? Ребята серьезные, ребята бородатые, готовы сражаться, готовы умирать. А неизвестно за что, за свой клочок земли, у нам дали 3900. Ну, наконец-то! Нам дали что-то достойное! Спасибо тебе за комментарий, спасибо за лайкосики, конечно. Мне очень приятно, я все читаю, и, конечно, нужно раскидать их. Жестко раскидать с помощью катапульт, рыцарей, понаставить, понатыкать, и можно идти в атаку. Как ты думаешь, да? Я думаю, да. Вперед. А, ребята идут, ребята... Ой, они сразу прыгают. И куда пошел снаряд сразу? Я не понял. Я не понял сразу, куда пошел снаряд. Вообще, кого ты уничтожил? Катапульта, я целый косарь потратил. А, ребята летают налево и направо. Да, ребята жесткие. А, мои рыцари три. Три брата-акробата. Одного вообще уже зажали, обнимается со всех сторон. Но они жесткие, ребята. Викинги, черт возьми. Катапульта, огонь. Прям в кучу. Давай, пока не поздно. Оп. Еще выше. Смотри, борода полетела. Красота. Ты смотри, как танцует там. Когда дым рассеется, неизвестно, кто останется. Ну, это мертвый. Это мертвый. Ну, кто-то здесь живой? Делаем ставки, друзья. Делаем ставки, кто-нибудь встанет. Оп. Погоди. Двое задергались. Бац, и нету. Целый косарь. Ну, согласись, довольно было неплохо. Ну, целый косарь. Ну, это не серьезно. Я лучше короля. Король. Да, вот так. А, пойдет все это возглавлять король. К нему, конечно же. А, пару медиков. Все, погнали. А, пару медиков. Идем. Идем сражение. Я буду за короля. Погоди, я за короля хотел. Я хочу за короля. Я король. Не, погоди. Я не король. О, теперь король. Бей его, король. О, размахом хорошенько. Ни черта не видно. Эти бородатые ребята суют свой нос куда попал. Их бороды везде вылезут. Слушай, ну я раскидаю, в принципе. Медики, лечи меня активнее. Давай лечи, ребята. Один остался больше. Слушай, ну красиво, неплохо получилось, да. Это кто такие, слушай? Это что за кучка? Это что за кучка дикарей? Ребята, вы из какой эпохи? Томагавки. Я знаю, кого... Я мельком увидел, да, там кучку целую. Но я, кажется, знаю, кого против них мне поставить. Ниндзя! Ниндзя, конечно, ниндзя. Хотя, знаешь, можно и пираты. А смерть? А смерть стоит у нас... О, 4000. Кто такой? 4000! Вот это ценник. А можно сделать... Да, пушку. Пушку можно сделать. Можно сделать пирата еще. Нет, мне нужно много дикарей таких, понимаешь? А разных дикарей вот таких, все. Все, погнали. Не знаю, что получится, но тут дикари какие-то, понимаешь? Дикари против пиратов. Что делаете? Он бросает свои... он бросает пистолет и идет в атаку. Одна пуля. Все, в рукопашку. Это типа школьников. Только у нас... Эй,
Два школьника. А, огонь! Огонь, ребята! Давай, огонь, чувак! Ну, целься! Щит отлетел! А ты долго заряжаешь? Ну-ка, дай я сам посмотрю. Долго заряжаешь? Огонь! О, полетел! Снаряд полетел! Давай, заряжай! Оп, нормально, нормально. Ох, воу-воу-воу-воу, колдун идет, погоди. Бей, оп, нет, колдуна. Нет, нормально, назад, еще назад. Огонь, огонь, огонь. По ногам. Красиво взял, согласись, да? Как красиво переключился. Вот он так бы не сделал, компьютер бы. Ну, я же не компьютер, я... О, вот эта кучка уже что-то посерьезнее, смотри. Смотри, сколько их здесь, а? Я знаю, кто против них пойдет сейчас. Вот реально, я вспомнил, ребят офигенно. Когда эти ребята стреляют, они просто разлетаются налево и направо. Они, конечно, много урона не наносят, но они веселые ребята. Эти ребята называются вот эти. Да, всего лишь 180, но они реально офигенно. Вся эта линия будет налево и направо раскинута. А потом мы возьмем... Погоди, я не понял. 1300! Против Спарты, да и... Да ты не серьезно. 1300, еще меньше бы дали. 1300 против копейщиков, которые только так тебя затыкают. Да нереально затыкают, они слишком быстро убивают. У них мало жизни, но не затыкают. Там щитовые ребята. Черт. Пападос. Что и не говори. А, мне нужны, значит, что, кто мне здесь нужен? Я не понимаю, кто мне здесь нужен. А, мне нужны какие-то серьезные ребята. Ну, серьезные они дорого стоят. 1500. Какие 1500? Мне не хватает нифига. Ух. Ну, не попкорн мне вызывают же, правда? Сюда. Ну, это не... Во-во-во-во-во. Тачку! Тачку, погнали. Все. Одна тачка, один у нас... Чувак, просто яблоком, да, против Спарты яблоко. И что, убил, что ли? Ну-ка, бац, куда яблоко полетел? В ноги. Давай, тачка! О, красиво влетает. Тачка влетает и просто ее со всех сторон. О, полетел. Прям щит. Я о чем и говорил, ребят, вот эти ребята реально. Ну, всего лишь один. Серьезно. Бац! И он сдох, что ли? Он сдох. Интересный вывод, ребята, ну реально. Ну я вам сочувствую, ну тачка просто в Спарту врезалась и все. Давай, огонь, ну сделай огонь последний раз. Нет, пока он ничего не сделает, он сдох просто, понимаешь. Одна стрела и один сдох. Но их мало, у меня слишком мало денег. У меня очень мало денег. Но весело, понимаешь, довольно было весело, да? Погнали. Ну не серьезно, это просто лучники. Понятно, мы проиграем. Ну, хотя бы, знаешь, попортим. Во-во-во, полетел. Только в того же самого не нужно стрелять-то, во. Полетел один копейщик. Давай, перезаряжаем. Ребята, перезаряжаем. Я помню, было у меня много. Вот было весело, но здесь мало их. И мне тут не весело, потому что меня бьют со всех сторон. Один, второй. Чувак, как там высоко видно? Ты живой, интересно? Нет, сейчас. Или мертвый уже? Он мертвый, все понятно. Он высоко смотрит здесь, но он мертвый. Смотри, а в принципе неплохо положили. Но мне нужно в три раза больше положить. Нет, тоже не канает. Но это Спарта, это копейщики. Нужно как-то раскидать их быстро. Я знаю. Косарь. Ну это тоже, конечно, не то, что надо мне. Но, понимаешь, можно сделать музыкантов. Да, я стратег уже, понимаешь, я уже начинаю понимать. Ни черта я не понимаю, как столько мало и как победить. Музыкантов по краям сделаем. Мне нужно еще кто? Мне нужна дешевая рабочая сила. Это школьники только. Все, три школьника. Все, погнали. Я включаюсь за... Давай. Огонь! Она довольно быстро заряжает, пушка эта. Главное четко стрелять. Огонь! О! Давайте, ребята, прям в кучу! В кучу делайте! Общее селфи! Огонь! Нормально, кегли. О, тачит сюда! Давай, огонь! Он трясется! Ты видишь, он трясется, руки трясутся у него! Не, ребята, подальше от меня! Огонь! Огонь! Полетел! О, вот это вынес! Пригнись!
Не вижу ничего! Огонь! Ни черта не вижу! Подальше от меня держись! Черт! Черт! Понятно, проигрыш. Ну, в принципе, неплохо. Тут опять удача нужна. Они нужны. Оно им нужно встать в ряд, и чтоб я их все вынес. Ну, буквально можно 2 ряда, 3 ряда можно сделать. Ну, да, я попробую еще раз. Мне понравилось. Ну, там отступать некуда, вот в чем проблема. Огонь сразу же, издалека. Вижу, сразу получилось, такая брешь. Еще огонь. Щиты держат. Вон, в кучу, прям в кучу огонь. Давай, давай, огонь. Нормально, хотя не очень нормально. Идут, идут с другой стороны еще. Пригнись, будет огонь. Идут, в рассыпную идут. Мне не нравится, это рассыпная, реально. Рассыпная мне не нужна. Отступаем, музыканты отвлекают. Я стреляю по мишеням. Воу-в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 оу, погоди, огонь. Оп. 3 секунды, я ничего не вижу. Огонь. Черт. Неплохо. Очень даже неплохо. Но что-то не то получилось. Так-так-так. Музыканты, музыканты. Ну дорого, пушка, целый, понимаешь, целый косарь. Тут как повезет. Оп, минус сразу, мне плохо. Они расходятся в разные стороны, мне тоже это мешает. Нужно больше куча, больше смертей будет. Нужно на с правой стороны. Так, я стою незаметно, меня не видят никто. Мы стреляем, стреляй. Стреляли неплохо, я ничего не вижу, куда стрелять, но стреляю куда-то. Огонь. Маленько в правую сторону. Мы отходим назад. Так, они отвлекают. Я пока стреляю. Я пока стреляю, они отвлекают. Еще раз огонь. Нужна удача. Нужен хороший, четкий выстрел. Они слишком рассыпную. Где? 3. 3 человека хорошо. 2 плохо. 1 задел. Прикинь, реально 1 задел. На тебе! В дыньку. О, лезет, лезет. Смотри, лезет. В дыню. А, в рассыпную идут ребята. Давай, последнего. Я застрял. Я застрял, пушка моя застрял. Нормально, нормально, стреляем еще. И давай, последний остался. Давай, чувак, ну, огонь, огонь, пожалуйста. Пушка, нет, там еще. Там слишком много. 2 секунды. Ух ты, видел, как я застрял и как держал оборону. Красиво все. Все было красиво. Они отвлекают. Слушай, реально. А побольше музыкантов можно? А? Они довольно неплохо отвлекают, но мне нужна 1 большая куча. Не говна, конечно. Так, ну давай вот так сделаем. Все, все, погнали. Неплохая тактика такая, знаешь. Согласись, да? У меня бывают интересные идейки. Музыканты отвлекают, я отстреливаю все это дело. Нужно просто обойти с одной стороны все это дело. Музыкант, пригнись, не вижу, куда стреляю. Так, аккуратненько обходим, этих уничтожаем. День там, огонь, огонь, вот так. Мы этих обходим, никто ко мне не подходит. Я стреляю в задницу им. Оп, а, 1 остался, погоди, 1. Не, 2 их еще. Черт, меня разобрали просто. Они уходят в эту сторону. Мне не нравится это дело, понимаешь. Нужно, чтобы уходило все в одну сторону. Вот сюда, ребята, уходите в одну сторону. И тогда я смогу стрелять хорошенько. В одну кучу. Огонь сразу же. Нормально. Все, ребята бегают, отвлекают. Я отстреливаю их всех по порядочку. Мне главное, знаешь, четкий прицел. Все, ребят, смотри, идут в одну сторону. Все четненько, все. Знаю, о, щиты летают только так. Понимаешь, мне нужна крупная куча. Где много куча? Не говна, конечно. Ты куда идешь, музыкант? Подальше, главное. Главное, подальше. Ну, огонь. Оп. Готов. По одному. Это не весело. Вон там вдалеке есть. О, куда музыкант идет? Ну, по одному я не смогу. Нормально. Там еще их много. О, полетели. Прям пока ко мне идут, ребята. Ко мне гости. На тебе в харю. Я не сдамся без боя. Музыкант, мелодию давай. Погибать так с музыкой. Музыкант застрял, смотри. Огонь, ребята, давай. Вот так весело. Застрял я уже, все, меня разобрали. Слушай, слушай, у меня появилась идея. А что, если мне поиграть за музыканта? А, тут нет обрыва. Мне нужен обрыв, чтобы, понимаешь, скинуть. Тут нет... А, вот есть обрыв. Но... Я не смогу одним музыкантом всех утащить за собой. Это реально невозможно.
Так, как быть? Ну, пушка неплохая идея. Ну, ну не то, что ты понимаешь. Уже все началось? Нет, 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 погоди. Я хочу за пушку. Все, огонь. Главное, чтобы ко мне не подходил музыкант. Если что, музыкант подойдет ко мне, я буду его гасить. Руки трясутся, нормально. Руки трясутся, но ноги делают свое дело. Огонь! Прям в толпу! Вот так! Кеглять! О, смотри, какая толпа сдохшая, что ли? Это что, все сдохли там? Они сдохли, я не понимаю. А, в куча, нужна больше куча. О, прям в спину! Одного убил! Он живой там, не живой, я не понимаю. На тебе! Нормально сбили. Так, один идет ко мне, что ли? Не дойдет. Он сдохнет. О, хорошая кучка. Хорошая кучка. Прям туда. Огонь, огонь, огонь. Музыкант, держись. Держись, брат мой. Сейчас я тебе помогу. Нет, мне нужна помощь теперь. Теперь мне нужна помощь. Ребята, ребята, поактивнее. Нет, ой, идет, идет, идет с другой стороны. Все, мне хана уже. Мне хана, ну я готов стрелять. Нате в дыню. Ну 1300. Ну не серьезно. Разрабы, ну что такое за 1300? Я не готов умирать за 1300. Камера чуть подальше. 1300. Стрел, стрел. Ну сколько стрел? Ну 9, 9 стрел что ли и все. Нет, тоже, тоже не то. Что-то нужно, что-то такое нужно. А что нужно? Что нужно? Денег больше надо. Король. Король мне не поможет. Можно рыцаря сделать. Ну копейщики только так его затыкают. Давай попробуем. Три медика. Идрит, мадрит, не вообще. Ну понятно, я должен сам управлять. Потому что маленько тупит иногда. Ну я тоже иногда туплю. Но ничего, мы готовы сражаться. Давай, ребята, щиты сбиваем. Медики лечим, главное медики. Главное медики, копейщики. Медики. О, хп, хп, нет. Ну реально копейщики, они реально серьезные, ребята. И они просто утыкивают меня этими копьями. Их слишком много. Один барят убрали бы, и тогда бы офигенно все было бы. А, пробуем еще разок. Не знаю, ну копейщик тыкает, нужно ближе к медикам, они хотя не лечат, ну. Они не боги, понимаешь? Это не Зевс. Вперед, вот так! Копейщиков нужно бить, я понял! Да нет, ничего не понял, я ничего не успел сделать. Меня просто раскидали, даже в центр не вошел. Так, окей, кто у нас? Кто у нас есть еще? 1000. Это кто у нас такой? Погоди, уйди отсюда, уйди отсюда. 1000! Всего лишь одного. Кто такой? О, катапульт. Но надолго будет заряжать, и нет, не серьезно. Тут нужно что-то такое, знаешь, миленькое. Маленькое. Ух. Рыцари, рыцари, рыцари. Слушай, раньше у меня была тактика. Вот реально, раньше у меня, знаешь, по красоте так ставил. Давай вот так поставим мы сейчас. Вот так поставим. А мне нужно еще, конечно же, будет стрелы. Вот такие стрелы сделаем. Одного. Сделаем сзади. Сделаем сзади вот так. Все. Ну ты понимаешь, что справа и что слева, ну... Ну это не то вообще. Как-то дают, знаешь, дисбаланс какой-то жесткий. Дают очень мало, 1500. Я не могу посмотреть на за 2000. Я хотя видел за 2000, но мне нужно... Щитовые викинги! Кого же сделать? Давай вот это сделаем, летающий. А за одну из них я поуправляю. Давай, попробуем. Я, правда, ни разу не летал, но я попробую. О, вперед летим. Мы тоже не серьезно, понимаешь. В атаку! Помогаем нашим. Давай, 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 давай. Сдох, что ли? Так быстро. Я даже не приземлился. На копья. Я сразу сдох. 1000. Ну, это целый косарь. Потом бить веслами. Тоже не серьезно. Это тоже не серьезно. Вот так, все, ребята, погнали, давай. И мы берем за копейщиком. Ребята, косите всех, я остальных добью сам. Хорошо бросает, неплохо, не бросил. Нужно было сделать музыканта и остальных просто сбросить вниз. Все, идет. Идут ребята. Бьем! Первый бил. Да, первый бил, но первый не убил. Кто? Кто мне тут поможет? Вообще без понятия. В принципе, минотавры тоже хорошо, они хорошо раскидывают налево и направо. Да реально, я не могу подобрать нормальных персонажей, чтобы взять эту ходку. Целый косарь, 650. Ну, давай пускай сами пробуют. Медики.
Конечно, без медиков никуда. Все, погнали. Пускай сами пробуют. Я, правда, так не пробовал еще. Ну, ну давай. Покажи мастер-класс. Покажи мастер-класс, как ты сможешь разрубить всю эту ситуацию. Ну и слишком много, реально, смотри, сколько их тут. Меня просто расставил копья, которые раскидывает. Он просто еще не может понять, что и где, и кого бить-то. Копья уже торчат возле его морды. Он закрывается, ну и вот заталкивает, смотри, его просто расталкивает налево-направо, хоть и он весь в доспехах. Его просто кладут, копья, еще много копий торчит и готовы проштыковать. Глаза уже бегают в разные стороны, и он не понимает, что где кто. И он падает. Он сдохнет. Он просто сдох. И унёт за собой, я не знаю сколько. Сколько там? 5, 6, 8. Да, они еще встают. Они сами себя толкают. Ну, разрабы, ну не серьезно. Но ходку я все равно эту возьму. Знаешь, с боем. С боем я ее возьму. Кто это? О! 1200. Кто это такой? Слушай, ты кто такой? Умеешь стрелять? А как ты быстро умеешь стрелять? Ну-ка. Мы на Диком Западе. А почему больше не стреляем? Все, что ли? Мы ковбой, мы на Диком. Мы умеем прыгать. Мы умеем отбрасывать налево, направо. Влево, вправо. Да нет, нет, конечно. Против копии не, не пойти. 850. На лассо можно взять. Слушай, Дикий Запад. А кто у нас такие? Ничего, у тебя сколько пушек? 650 еще раз. Два ковбоя, один из них я. Давай, брат. Левый, правый мы расстреляем. Давай. Ты справа, я слева. Огонь! Да ну нафиг! Да ну к черту! Заряжает долго. Смотри, реально долго заряжает. Да ну к черту, ты посмотри, как раскидали. Огонь! Смотри, смотри, вот это ковбой. А кто живой еще? Заряжаем, заряжаем. Вот это ковбой. Вот это что ли живой? Он готов. Браво, реально. Он реально респект. Слушай, я даже и не знал про этого персонажа. Реально, слушай, на прошлом ролике была Спарта в городе, и можно было ее раскидать только на. Мы уже увидимся в других роликах, конечно же. Это матерый! Сколько он стоит? Всего 650, да я всех буду раскидывать сейчас. А это у нас кто? Кактус, что ли? Кактус? Окей, друзья, увидимся в новых роликах. С вами был Спикер. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.